Все, народ, поперли далее. Так, да вы достали. Чего вы там присоединяться ко мне не хотите? Совсем оборзели. А здесь мы что, штурмовать руины будем или замок? Я что-то не понял. О, единорожки. Че, дарят удачу? А нет, бьют больно рогами и копытами, я понял. Не, ну лучники, да, тут топ-топом, блин. Ой. Я его не заметил. Так, 5 единорогов. Логово зеленого дракона. О, может, части дракона будут как раз. У меня же дракончик-то есть. Ну, против дракончика одного посражаться-то можно. Что-то он какой-то большой, блин, зараза. А чё у меня такой мелкий? Это нечестно. Я вообще против такого. Так, он сейчас если дыхнет, у меня полвойска сдохнет. А, нет. Не успели. А это что такое? Так, ну, эльфейк. Может, это дерево надо освободить ей? Так, трое лучников и одни ближнего боя. Ну, наши дамочки четырех руки сейчас этими займутся, а остальное, да не все лучники. Да, лучники, конечно, без подкрепления это такая тема. Хоть ты хоть падай. Так, выбрать награду. Одна энергия осталась. Вот это маловато, конечно. 35 против 22. Ну, нормально. В принципе. Ой. Большой дядька. Одна главная. Он, дядя Циклоп, конечно, мощный. Так просто его одолеть не получилось одним отрядом. Ну, неудивительно. Ага, здесь уже стабильно вроде эта хренотень падает или это? Вот эти вот синие нужны, зараза. Так, командир, да-да-да. Войска Некрополя. Закон, опаньки. Я не помню, вроде его встречал.
Пока три звезды еще, да? Кое-как с горем пополам. Но это была тяжелая крепость. А, это конец сюжета, я понял. Эш. Дайте мне хоть ящик-то получить, еперный ты матрешкин. Из них на волке. Собери героя. Так, обычные задания. Спрятанная награда. Так. Не нашел подсказок, серьезно. Ну я не все тут нашел. Это как-то печалька. Я что-то еще искать-то можно. Я, блин, больше пока ничего не вижу. Ладно. Понял. Я просто думал, что там за пятно такое. Забавно. Так, в принципе, можно попробовать еще там попроходить. Правда, надолго это получится или нет, вот в чем вопрос. Давай посмотрим, как будем справляться. В принципе, скорее всего, мне надо будет сил поднакопить для этих боев. А хотя здесь уже одна синька идет. И хочется, и колется, и понимаю, что не стоит. Да и дракона надо было переставить. Ну хотя... А хотя они хорошо зашли. Отлично просто зашли. В тыл так... конкретному. Просто по-шикарному. Молодцы. Ну ладно, три звезды. Ой, две звезды будет, и остановимся. Либо энергия когда закончится. Вариантов-то немного. Ну их практически нету. Ну я потом поблицую тут всякую разную ерунду. Так, нам надо командира усиливать. Я вот что скажу. Откровенно. Так, давай посмотрим, может мы кого-то сможем усилить хотя бы, потому что, ну, уже слишком тяжело становится. Надо справляться довольно быстро. Ой. Ну, давай посмотрим, мужик. Тебе бы что-то поднять здесь было бы неплохо. А, правда, не то, что я хотел, тебя поднял, ну ладно.
Такое себе. Ну ладно. Так, в принципе, облик нормально. Так, опыт у тебя хорошо идет, 28 уровень, а нам нужен 40, если я не ошибаюсь. А, да, меня же гильдию-то не взяли, вспомнил. Уровень слишком слабенький. Эша, вон, ошиб. Кстати говоря, я вот сейчас кое-что вспомнил, и где-то мне надо тут сделать кое-что получше. Ага. Так, штурм. Пока все равно этого мало. Да надо карт побольше собрать будет. О, мне энергию еще подкатили. Погоди, а кто? А что за фигня еще? Золотой ключик, и неплохо. Деньжат, алмазиков. Так, кого мы можем здесь попробовать усилить хотя бы? Так, давайте Харгатурик усилим. Это раз. Во-вторых, ему уровень-то вообще-то не помешает. Уровень-то у них, мягко сказать, самый слабый. Так, это не хватит, не хватит, не хватит, блин. Ладно, пока попробуем повыскакивать по уровню. Очень сомневаюсь, что это сильно мне поможет. Печень от красавица. Ранг у тебя повыше. Умение новое появилось. О, дракончик. Привет. А ты чего хотел? У нас этот дракончик тоже в броне, типа. Немного странно, по-моему. Ну ладно. Оу, 6800. Уже неплохо. Ну и все. Здравствуйте. Я ваша тетя. Так, а насчет героя что? Облик можем ему поменять. Вау. А вообще-то такой облик бы я ему поменял, если честно. Вообще-то ему на женский поменял. Можно их мордашками поменять? Это дядька немного напрягает. Это что еще за фигня взять? Создай гильдию, вступи в нее. А, у меня тут задание, да? Я понял. Создай гильдию, вступи в нее. Что за ворота вообще? Доступно. А, все, понял. Там мы золото зарабатываем, всякую такую ерунду. Музей. С музеем все понятно, я думаю. Расписание. Это у нас другая тема. Гильдия. Мы можем вступить только в 40 уровень. А во время штурма нельзя выполнить действия внутри гильдии. Чего, блин, прости. Ох, чувствую, меня будут вести в этой игре так же, как и предыдущий, блин. Да, есть одна игра, в которой мне очень сильно везло. Просто потрясающе. С гильдией особенно. Нигде не принимали. Потому что нельзя было. Это у нас игрушечка, забыл как называется.
Так. Хорошо, пошли дальше по миру, покукукаем. Думаю, это будет оптимальным решением. Ну, немножечко мы можем здесь еще повыпендриваться. Посмотрим, сколько продержимся, потом можно будет подземелье заортачиться. Ну да, потом надо будет собирать по-любому как-то новые типы брони и модернизировать наших всех ребят. Вот без вариантов. Демон. Да, слушай, тут эти вот пешки выглядят довольно-таки по-детски. Вот только их не заклинание, их не могущество, довольно-таки серьезное подспорье всему, чему есть. А ты кто? Возможно, мне удалось спасти друга. Довольно странное местечко. Йо-хо-хо, бутылка рома? Хотя бы много довольно-таки разных монстров именно. Оу. Пока меня это забавляет все. Но они довольно сильные. Да, силы их на этом не уменьшаются, нифига. Даже не знаю, смогу ли я здесь-то уже победить. Вопрос хороший. Ну чё, погнали. Так, командир, ужасные новости. Ифриты пришли на сторону врага. Где же я вроде их видел? Ну ладно. Видел, видимо, не тех. Прикольный на скорпионе. Деревяшки синие. Горцуем, там еще церберов можно подловить, кстати. Тоже неплохо. Там уже у нас компания еще есть. Ну, сейчас это вот проходим. Хоть герой, в принципе, новый не нужен, мне этот нравится, но... Тоже у него есть свои любопытные преимущества. Здрасте.
Перёнышей подобрали, неплохо. Ну да, в бой идем. Куда еще деваться? Ну, наверное, этот уровень надо будет полностью как-то пройти. Получится это или нет, вот вопрос хороший. Три группы вампиров это слишком, по-моему. Начинаю от ударов хилиться наоборот, да? Да вроде нет. Пока справляемся. Good. А вот и ифриты. Ой, там серберов еще надо подобрать. Кстати говоря, забыл. Довольно быстро. Не ожидал. Так, вообще-то вот это вот мы подбираем. Так, ну. Всадники мне в любом случае пригодятся. Идем воевать. Так, а у них здесь как бы поровну все, да? Ну хотя да. Фу, без разницы. Вот, блин. Так, костяная ельница. Неприятная вещь. Опаньки. Давай проверим свои навыки. Вот это уже интересней. Там 39, правда, сила. Ну, сейчас попробуем. Одни огненные фриты. Так же понимаю, демоны все дела, но все ж таки. Да, будет тяжелый. Так, вы впервые заслужили оценку ранга Си. Это самый, кстати, Си большой ранг. Почему, я вот так вот не знаю. Я всегда думал, что ранг А самый крутой. А тут получается вообще как-то странно это все. То есть у них идет... Ой, как-то я не помню, их там через одно место всегда идет. Отчет, конечно, очень странный.
этих рангов, что ж капец. О, справимся нормально. Правда, у них расположение довольно любопытного вида. А, так тут одни и те же воины. Огненный щит. Да, мне тут еще далеко колбаситься. Как это у меня вылазит постоянно, мне интересно. Ой, тут замок опять. Да, это слишком круто. Не ожидал, что тут такая сила будет уже. Три звезды все равно получил. Я тут думал, проиграю вообще-то. Но вышло так, что выиграл даже. Удивительно рядом. Так, ни ресурсов, ни черта такого интересного пока я здесь не вижу. Не считая этого, который я и так видел. Ну, пошли в бой. Ох, спалили все ж таки, да? А, все равно 3 звезды. Ну ладно, переживу тогда. А, занырнем-ка сюда. 87 энергии осталось. Да это мне хватает, кстати говоря. Дракона бы на вторую ячейку поставить надо было. Хотя нет, нормально.
rival with the forest. 44 тысячи имадхил. Молодец. Замедляет группу вражеских отрядов. Что, кстати, я не обращал внимания, что эти кентавры хоть кого-то тут замедляли, блин. А кентавры же вроде. Что, может, и путаю. Ой-ой-ой. Походу бедой попахивает. Справиться-то справимся, но на 3 звезды не выйдет. I walk with the forest. Да, дальше можно спокойно сидеть на жопе ровно и прокачиваться. Угу. Ну, в принципе, прикольно. Так, забери героя. Сколько там у нас за героя-то уже дают? Ну... Возможно, смогу завершить. Ладно, возвращаемся на хату. В город. Так, отряды, да? Да, надо будет мне здесь побродить немного. Такой вот фигней пострадать, но тут это долго будет страдать. Так что да, на этом, пожалуй, я закончу. В принципе, здесь-то уже смотреть-то особенно не на что. Без звезды это, конечно, хорошо. Наша... О, нехило. Но нужно больше. Нужно народ гораздо больше. Ну да. 3 раза надо пройти. На этом у нас закончится, так сказать, наша Янергия. Ладно, увидимся в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.